Рекомендую посетить мой магазин игр. Здесь продаются топовые игры, такие как GTA 5, CSGO, Battleground по нереально низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс и Механик. Всем привет! Сегодня у нас Спин Террас, и сегодня мы поедем с вами в экспедицию или нет? Куда мы едем? В экспедицию. Вообще, короче, нам нужно отвезти груз куда-то, Михалыч знает куда. Я хер его. Да я, короче, нет, я просто экспедитор. Но на отдельной машине, да, экспедитор. Водитель-экспедитор, а ты будешь водителем, просто водителем. Короче, мы едем, и нам нужно отвезти вот этот груз. Это, по-моему, гуманитарная помощь, какая-то немецкая, Шварцкоп какой-то там или что-то такое. В общем, мы везем... Шварцмюллер. Шварцмюллер, да. Так, воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Тут что-то вода, слышь? Затопило нахрен? Я из салона еду. Затопило нахрен. Но ничего, проезжаю. Главное, чтобы, ты не забуксовался. Вот в чем проблема. Я карту включил. Ну, потихонечку, потихонечку позже надо проезжать. Давай, 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 проезжай. Давай, 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 давай. Давай. Давай, давай, мало. О, красавчик, красава просто. О, как, да, прет. Прет, надо что, DAF? А DAF это чей? Я не знаю, чей. Твой, наверное. Кто-то ты нахваливаешь. Мой, мой или чей-то? Или мой? Не мой, не ной. Так, ну поехали. Чё, с разгона у тебя неплохо идет, да? Да, но не спеши, потому что дорога такая, оставляет желать лучшего. Да я просто думал, что ты знаешь, типа, ну, если с разгона не возьмешь, здесь все-таки достаточно скользко. Ну, а у меня тут подъем большой сейчас идет, поэтому, блин, ну такое. Ну я вот я про что и думаю, что как бы, ну, ты скользить будешь, но ты вроде прешь пока. Ну а чувствуешь, шлифует. Я поэтому и поехал на всякий случай вперед, потому что, ну, мало ли что там, попробовать тебя подтянуть так, куда-то или что. Нужно хотя бы притормаживать. Ух ты, ух ты, ёпта! А у меня, занесло сейчас просто. Так, поехали. Даже далеко не уезжай, там я не вижу дороги, там туман такой. Бибика. Так, ну тут скоро поворот должен быть. Сейчас я по навигатору гляну, куда нам. Ага. Так, 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 так. И нам направо. Налево тоже есть дорога, но там то ли ремонт, то ли что, поэтому поедем с тобой вот так вот в объезд. Ох, ёп. Направо, да? Твою... Да, поворачиваю. Я не знаю, по-моему, ты здесь не въедешь. Я сейчас посильнее возьму угол. Тихо, 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 тихо. Ох, у меня аж на прицепе колеса вывесились. Блин, у меня УАЗик пробуксовывает. Чё там, нормально? Не цепляю ничего? У меня УАЗик. Чё там у тебя? Баками почти тиранул, почти баками тиранул. Так, я на ручник поставился. Это жесть какая-то. Так, подожди, ладно, я сейчас попробую проехать дальше, чтобы, если что, я тебе не мешал. Блин, подожди, я этими, как их, опорами цепляюсь. Бушвакерами. Слушай, дергани меня. А за что ты зацепился-то? То парковочной опорой цепляюсь, тут бугорчик такой. Ладно, ладно, сейчас. Ух ты, ёб твою! В столб въехал. Сейчас. Снесло немножко. Не могу. Надо его дернуть, можно, чтобы сорвать, что-то. Блин, я не знаю. Сейчас, сейчас, меня тут несет чуть-чуть. А назад буксую, понял? Назад буксую, а вперед опорой цепляюсь. Так, ладно. Стой. Давай вот отсюда зацепимся. Сейчас я разлебежусь. Так. Давай, давай. Я подъеду к тебе. И давай, попробую давай дергануть. Попробуем потихонечку, потихонечку. Давай дерганем сразу. Ну давай. Ух ты! Сорвало, сорвало, нормально. Так, отцепляю. Цеплай. Слушай, ну это было сильно. Я дернул от всей души просто. Так, ну что, ты едешь? Передернул. Передернул немножко. Передернул в 6 утра. Йо, слышь, по-моему, ты скользишь жестко, нет? Подползает вроде бы такое, но сцепление хреново, но, видимо, этот резина просто разогревает асфальт где-то. Топит лед? Да. Давай, 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 при. Давай, может, я тебя зацеплю? Тихо. Ты куда? Стой, стой, ты чё? Ты чё, ёпта? Аккуратней нах...
Давай. Твою медь! Ты чё творишь-то, дядя? Блин, стащило. Стоп! Ну тут пипец, конечно, подъемище. Так, слушай. Прицеп как холодец болтается. Давай, давай, зацепился. Зацепился, нет? Чё ты отцепился-то? Нет, зацепился. Нет, ты отцепился. Давай еще раз. Давай прицеплай. Цеплай. Так. Ой-ой-ой-ой, подожди, стой, не тяни меня. Да я не тяну, он сам скатывается. Так, сейчас я все подрублю, полной блокировку. О. Давай! УВАЗик! Твою мать! Еее! Хрена вытянул, давай на горку, на саму полностью. Давай так давай, рывочком. Давай. Блин, я жестко шлифую. Давай. Это звук коробки. Не втыкается коробка. Передача вот над ним. Один в один звук. Блин. Да что ж. Давай. Я жестко пытаюсь. Черт! Блин, это сложная работа, как-никак. Да, эти не в тапки срать. Это срал? Конечно. Нет. Ну ладно. Ух! Давай. Слушай, вот тут сейчас. Подожди. Заглох, подожди, сейчас заведусь. Нет! Блять! Давай! Все, поехали. Как ты заглох-то? В натяг не прет, что ли, вообще? Я на понижайке херачу. Словил. Я бы сказал, что ты словить можешь только. О, стой, бампер сейчас оторвешь. Твою! Сейчас бампер оторвешь, ты оторвешь. Тебе? Ты себе сейчас бампер оторвешь, посмотри. Ты себе сейчас на этом уклоне бампер оторвешь. Тебе надо как-то сбоку объехать его. Да, по идее, вот как раз на подъемчик сейчас нормально будет. Давай. Думаешь? Давай. Ну давай. Он впритык идет. Мне кажется, что можем сейчас снова лапами цепануть. Я тоже, кстати, об этом подумал. Охренеть, слышь, ты бы один тут вообще не поднялся. Давай, тяни. Да мне не хватает мощности. Меня шлифует вовсю просто. Мне реально не хватает. Ух ты! Мощи не хватает, меня туда-сюда ничего не цепляет лапами. Смотри, как вывесились колеса на прицепе. Ни хрена себе. Да, охренеть просто. Вот тебе и работа сложная. Шварцкоп, ёпта. Блин, шлифую вовсю просто. Я просто вот газ в пол тащу. Газ в пол. Стой, нажми на это, на тормоз. Заблокируйся, я сейчас дерну тебя. Давай, газуй. Давай. О, сорвали, кажись, да? Да, вроде пошел. Сорвали куш. Ну чё такое? Лапами цепляюсь. Опять зацепился? Да, давай, тяни вовсю. Ёпта. О, тут попроще пошло. Так. Блин, у меня перегревается движок, слышишь? Да у меня у самого там ревет как, я не знаю кто. У меня сейчас закипит реально, он уже пар пошел из-под капота. Тяни вовсю просто. Да я тяну, я сейчас лебедочкой еще тебя подтяну чуть-чуть. Давай, срывай вот твою мать. Опять что ли? Он застыл у тебя? Застрял? Так лапами снова. О, пошел. Охренеть. Просто.
Ты что делаешь? Стой, подожди. Ты что, оборвалась, что ли? Да, походу, отцепилась. Сейчас. Стой. Тихо, не хватает мощности. Блин. Стой. Сейчас я тебя прицеплю, сейчас. Шакал оторвало. А что такое? Почему не цепляется? Далеко, наверное. Давай, шакал цепляй. Нет. О, куда? На ручнике скатился в тебя. Давай, может, попробуй прогазоваться. Попробуй просто это, потихонечку, малым газом. Сейчас понижайку вставлю, попробую. У тебя есть, да, понижайка? Вставь. Блин, вставляй. Кому? Я порог оторвал, и все на машине. Кому? Понижайку вставляй. Да твою мать, вниз тянет. Да, давай еще попробуем. Поехал. Главное, сейчас лапами не цепануться. Так, слушай, давай я тебя пропущу чуть вперед, здесь сейчас спуск будет. Моя помощь нужна, я потихонечку поеду. Вот туда поворачивай. Давай сюда? Да, езжай. Я тебе, видишь, как заградитель перекрыл дорогу, чтобы ты не ошибся. Ну давай, погнали. Я просто накатом сейчас поеду потихонечку, а то у меня перегрелся двиг. Я тогда буду притапливать. Сильно-то не топи. Да ну блин, тут горки такие, надо ж выскакивать как бы. Ёб твою мать, блядь! Чё за херня? Пиздец. Ребят, пишите в комментариях, как вы считаете, что тут случилось только что. Да. Это просто жесть какая-то. И обязательно подписывайтесь на наши каналы, чтобы не пропустить продолжение, которое выйдет буквально на днях. На этом все. С вами был Механика Алекс, и всем пока. Пока-пока, ребят.